Итак, друзья, всем привет! С вами канал Худорянин, выходного дня. Сегодня, сейчас, вернее, как в песне. Еду в соседнее село на дискотеку. Еду к Янису в гости. Жена пошла там лозу резать козам. Ну и я привезу, помогу ей. Поехали! Похоже, гром тебя не заметил. А? Похоже, гром тебя не заметил. Прошел. Он был здесь уже. А, уже был у тебя? Пойду гляну на соседский пруд. Давно не видел его. За этими кустами. Березками. Ух ты, как красиво! У Янчика в пруду вели растут, знаю откуда. Ну это хорошо, и по воде хорошо, он переживал, что воды мало. Хорошо воды. Подлый трус, выходи! Драться не будешь? Не, не буду. Иду. Хорошо, могу даже черешнями угостить, если хочешь, пройдешься, если. Да, что ты думал? Вот такой добрый сегодня. Ира там твою лозу режет, поэтому я добрый. Я слышу, гудело пропало. Я думал, куда поедешь, я бы сюда поехал. Я думал, там уплю где. Ну, а ты никак, ничто теперь сделано вроде, более-менее, похоже. Только уровень очень садится стал. Уровень у тебя отличный, ты не прибедняйся, я тебе скажу. У тебя хороший уровень. Уже... Хороший уровень. Здорово. Привет. Хороший уровень. Ну. Но все равно, бля. Не, ну смотри. Ну то ты хотел. Отличный уровень. Чего ты переживаешь? А Косяковскую горе выходит. Еще только 5 июля. Так еще тебе а еще 3 месяца. Уже полтора дня дождь лил. А, ёпара, а что, мало дождь полил? Мало. Ой, бля, я не знаю. Те, которые были шведы, оставили мешки, оставили эти. И что? Сочонки. Ну а куда их вот посадили? Вон, что-то выросло, не? Ну растут вон, не знаю. А, вон там дальше? Во-во-во-во. А, вот, вижу. Ну, этого года. Ну, я понял, вот оно, да. Да, еще. Откуда у тебя лилии в пруду? Товарищ Дунайская Алина Ивановна. Дунайская Алина Ивановна. Да, обо мне заботится. Ага. Да. Она мой друг. Я понял. Да. Я на полставке работаю задовником там. У нее? Да. Что ты где там? Я там тебя что-то не видел. В этом году аж 3 раза был. У черешни. Это называется работаю? Ну а тяжелый труд, ё-моё. Ты что, попробуй помойник свой набрать, ё-моё, наложить. Я еще и с собой ведерко брал. Пошли, угощу. У меня я нашел в прицепе черешню. Да. Пошли, угощу. Вот о чем говоришь, что нельзя
осенью пересаживать деревья. Да. Вот тебе результат. Да, ну нельзя, можно. Ну я не знаю, но мне бы... Вот видишь, чуть живая. Ну чуть живая, это не потому что осень, а потому что место идут херовое. Вот видишь, чуть... Липка чуть живая. Кастанчик, бляха, все вяленький, чуть живой. А сосенка загнулась. Ну не знаю. У тебя в болоте сосенка будет расти. Почему она болото? А там... где? А я что не... Где ты? Вот у нас, в нашей местности... Ты когда-нибудь у клюквы ездила? Что там растет? Там елка даже не растет, там сосны растут. Ну, значит, не такие они, как здесь. Вот здесь, по левой стороне, ведерко стоит. Можешь запустить пару жменек. Во-во, прямо они в прицепе. Они что, там не гнилые у тебя? Нет, отличные. Прямо в прицепе. Несколько дней они стоят. Я уже ел, но нормальные. Живой? Живой, видишь. Ну тогда я буду есть. Ну. Если ты живой. Живой, да. Хорошо. О, надо немножко лязнуть. Лязни. Выпей, Жанка, это кава, я и выпил розява. А там что было вместо кавы? Кава. Кава была? Кава. Это на каком-то острове самогонка кава называется. Не знаю. Где-то я читал. Хватает дождю, хватает. Чего ты? У клопа улез. А, ну так надо... Такие возбужденные, как на подаче. Смотри, кто? Мы с Янчиком? Да. Там один мужик пишет, что мы с тобой каждый день по 80 грамм. Я поэтому и говорю, что вы такие... Гасим. Пора переходить на 800 грамм, что там по 80 грамм. Да? Не, на двоих 800 хотя бы, да. Для начала. Для рывка. Да, ну... Ой. А потом пивком шлифануть, бля. Да, ну, ай-яй-яй. И тогда... Корыто. А утром дренно, обливать я хочется. Вай. А надо? Не-а. Ну. Не-а, нихто. Смотри, уже сегодня пошли. Какое число сегодня? Пятое. Ну вот, 25 дней осталось июля, чтобы заехать у Зарасы. А, пропить день. Я понял. Вот. Давай, ехать. Все, поеду. Да. Давай, Сашенька, сиди вот так. Кто там такой нетерпеливый? А? Ты Маша, да? Машенька моя. Пошли. Доделал калиточку к воротам, добавок осталось покрасить, пока только нечем. Такая мне получилась калитка. Метр 40 на 80. И опять едем в соседнее село на дискотеку. Попросили прокосить дорожку. Хутор примерно 1,5 километра. Должны приехать дачники. И вот будем прокашивать джунгли. Поехали.
Километр прошли в один конец, точно, если не больше. Идем обратно, вторую полосу больше нет. Только чтобы была дорожка, чтобы люди могли пройти. Это наши подписчики, тем более. Гром, раздумки, куда ж мы поедем? Нет, не гром, не угадал. Мы поедем туда, где косили сегодня. Был канал Хуторянин выходного дня и Хуторянка. Всем пока, друзья, до новых встреч и мира добра. Будьте здоровы. Говоришь, тебя гром здесь не достанет, да, бусинка? Гром кругами бегает, а сам сюда запрыгнуть не может. Не могу, но не хочу. Поедешь за рулем? Да? Поедешь? За рулем поеду, да? Ну а ты что, в пролете, да? Ты в пролете.
Про летик, Гром, скажи быстренько, правда? Скажи, что полгода ушло на коммуникацию. Ну да. Почти полгода. Полгода ушло, чтобы коты привыкли к Грому или Гром котам. Нет, коты к Грому. Да, Бусинка, скажи, я его не боюсь уже, блин. Все скажи. А, да. Да. Я знаю, ты драчунья. Ну, будешь это есть? У нас тут ленивые голубцы на ужин. Саша с другом делится. Ест? Ест, да. Сметанку пока ест. Ест.